В Києві під утро 1 января знову прогреміли взриви. Число збитих вражеских целей увеличилось. Сили ПВО збили уже 32 вражеских цели, сообщили в Київской городской военной администрации. Напомним, ночью 1 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО. ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. Воздушные силы сбили 23 вражеских цели. Также в полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах шахедов.